Начнем со сталкера, с чего посерьезнее. Милый мессия, здравствуй. Седьмое лето, девочка вяжет волосы, рельсы, ленты. Будь ты хоть трижды пастырь, спаситель, лекарь. Девочке страшно, девочке жить калекой. Только не плакать ей за судьбу и ноги. Тикает сердце, то есть давно не ноет. Глаз пулевые что-то хранят больное. Крестик остался, но превратился в нулик. Скорое время в грохот железный канет. Что-то чужое двигает подстаканник. Девочка видит это у самой грани. Девочку прячут в кокон дорожной ткани. Папа уходит снова играть в мессию. Лишь бы хватило боли, хватило силы серое небо сделать безбожно синим. Мама кричала. Мама опять просила просто остаться. Папа играет в Бога. Время выходит в трубы, выходит боком. Все, что хотелось, все, что мечталось, помнишь? Ты заигрался. Это твоя работа — делать на честность, на безнадегу ставку. Им же глядеться в серые окна ставни. Верность и веру снова менять местами. Только корежит страшное слово «сталкер». Грязные стены и коробок кровати. Мама просила, плакала, хватит, хватит, глупый. Да разве стоит того бывать там? Зона, не дура, чтобы тебя спровадить. Если ты выжил, вышел, но как пришитый. Ходишь кругами местным паршивым шивой. Сердится ветер, губ шелестят зажимы. И лучевая лунки рисует в жилах. Милый безумец, дочка дождется папу. В зону приклеен, намертво втянут, впаян, да. Только дома бьется другое пламя. Милый мессия, помню, целую, память. Второе стихотворение посвящается композитору Астору Пьяццолле, известному своей мелодией либертанго, поэтому прошу музыку. Дам тебе имя, пожалуйста, пользуйся. Бейся о жизнь одомашненным ястребом. В стенках складных коробков мегаполисов не удержать птицу с именем Астора. Блюдца фонарик тонут и прячутся. Мифами дом отдает в позвоночнике. Птица мечтает и слушает Армстронга. Птица мечтает летать только ночью, но далеко улетишь ли из города, если и крылья заботливо сложены. Музыка горными, гонгами гордыми бьет вместо сердца немного тревожнее. Дам тебе имя с паленым по комнатам, дам тебе крик, что острее и звонче всех. Музыка спит, вы пока не знакомы, но танку медон отдает позвоночники. Бейся от А и до Б по-хорошему, меньше мешков, чем по крышам и выступам. Птица несет криком души проросшие. Птица кричит, только крылья не вырастут. Что тебе в гордости гулкого города, в утренних улочках вместо бездонного неба, которое тонет в агонии где-то над шпилями, мипами, долями. Дам тебе имя с бескрылыми узами, высшей свободой мечты полуночника. Птица по комнате мечется музыкой, мифами дом отдает позвоночник. Курлы. Аплодисменты, аплодисменты. У нас микрофон, как олимпийский огонь, передается. Итак, Алена Беловежская. Алена Беловежская – это человек, который попутал степь, достиг просветленного запоя и проспал главный экзамен. Поэт со стопкой грамот для растопки печи. В 2018